Подписи мы начали собирать с сентября, и собрали мы в интернете 31 092 подписи, на мосту 2510, и 225 подписей нам прислали из разных зарубежных стран, в основном из Италии, из Германии. Мы отправляем в секретариат ОБСЕ в город Вену, в Австрию, господину Франк-Вальтеру Штайнмайеру. Отправляем в Совет Европы, Торбьерн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы, и в Организацию Объединенных Наций, генеральному секретарю Пан Ги Муну. Вот в три адреса. Только что мы с Михаилом Шнейдером отправили петицию с требованием организации международного расследования убийства Немцова. Эта петиция, подписанная 33 827 людьми, отправлена в три адреса: в Организацию Объединенных Наций, в Совет Европы и в ОБСЕ. Мы убеждены в том, что только международное расследование сможет пролить свет на эту трагическую гибель одного из самых ярких лидеров современной России. Потому что, по-моему, нет в стране ни одного человека, который не сомневался бы в том, кто непосредственно причастен к этому убийству, которое состоялось буквально в двух шагах от Кремля. Российские правоохранители, российские следователи, российские силовики не в состоянии расследовать эту трагедию, и поэтому мы считаем, что необходимо положить конец вот этим безобразным казням, которые устраиваются в отношении независимых журналистов, независимых политиков и всех свободолюбивых людей. Мы надеемся, что международное расследование этой трагедии позволит серьезно изменить ситуацию в России.